Самого доброго утра. Вы не поверите, сегодня у нас 9 марта, среда, время 7 часов утра, и я в центре Москвы. Я на Садовом кольце. Приехала в клинику, в глазную клинику Гельцгольма обследоваться. Ходила как-то к глазному. Вот помните, я вам говорила, что мне очки одели для вождения. Вот. И доктор сказал, что я вам рекомендую посетить еще вот эту клинику. Вот. Так как она у меня обнаружила невус на радужке. Невус — это такая родинка. Вот. И вот я месяц назад записалась. Сегодня приехала. Кстати, вот не вру, время 7 часов утра. Вот, без 4, без 3. Приехала рано, мне к 8:30, думала, не успею, еще 1.5 часа. Вот пришла сюда на такую вот как бы, это на метро, зону. Сейчас подожду, переведу дух и пойду. Здесь идти недолго, ну, можно проехать на троллейбусе. Но я думаю, я пройдусь пешком. Вот. Так что вот такое вот у меня сегодня путешествие. Надеюсь, что все будет хорошо. Вот. Всем желаю хорошего, продуктивного, трудового дня, крепкого здоровья, отличного настроения. Дорогие друзья, всем большой привет. У нас сегодня уже воскресенье, 13 марта. Видите, крайний раз мы с вами виделись 9 марта. Это как раз тогда, когда я ездила в институт Гельмгольца с глазом. Показывала, кто не знает, скажу, у меня на левом глазу, на радужке глаза обнаружен невус. Вот я его ездила диагностировать. Проверила, его подтвердили. Ну, в общем, с глазом, скажу так, под наблюдением. В июне ехать опять. Ну, надеюсь, что ничего страшного. А сегодня, 13 марта, я снова ездила в клинику, уже сюда к нам, в 100 мет, куда, в принципе, я хожу уже на протяжении долгого времени. В нашей поликлинике не хожу по понятным причинам, наверное. Ну, для меня по понятным, для вас, может быть, не по понятным, для меня по понятным. Потому что я считаю, для меня проще заплатить, чтобы меня облизывали. А не так, чтобы я пришла к врачу, а врач даже глаза не поднял на тебя, не посмотрел. А что-то там написал, непонятно, откуда это взял он этот диагноз. Вот так вот тут сидит, пишет, что-то спрашивает, вы ему отвечаете. Все, до свидания, вот так вот карточку отдает, даже не поднимет глаза. Вот так работают врачи в нашей поликлинике. Да простят меня врачи вообще, я не хочу говорить за всех. Вот. Но вот, например, когда я болела, приходил ко мне врач, что домой, что я ходила в поликлинику, было именно так. Поэтому с некоторых пор для меня проще пойти в платную клинику, где действительно тебя будут облизывать, заглядывать к тебе в глаза за твои деньги, правда, но тем не менее. И ты не будешь стесняться задавать никаких вопросов. Вот, и сегодня я была в 100 меди, сегодня у меня была мини-операция. Девчонки, я сегодня удалила свой ненавистный невус. Тоже я как-то вам рассказывала про эту свою родинку. Вот, почему решила удалить? Вот буквально, наверное, с месяц назад я была у онколога в очередной раз. Это тоже любая такая родинка, любое такое образование, его нужно наблюдать. Вот. И я показала онкологу, она посмотрела под аппаратом и сказала, что это не невус, что это дерматофиброма, от которой лучше избавиться. Вот я сегодня сделала операцию, будет у меня теперь еще один шрамик на руке, левом, на левом плече. С гистологией все это было недешево. Процедура стоит 15 тысяч. Вот. Ну, если быть точно, 14 с копейками. Ну, можно сказать, что 15. С гистологией. То есть анализ будет, гистологическое исследование сделано на предмет хорошо-плохо. Но я надеюсь, что все будет хорошо. И через 10 дней пойду. Здесь, наверное, не видно вам будет. Вот у меня. Вот она, это у меня раночка такая. Вот. Но мне, конечно, сфотографировали шов, сам шов после операции. Ну, какая малюсенькая, меньше, чем с мизинец была родинка, а шрамик-то сантиметра, наверное, ну, 3 точно. Сантиметра 3 точно. Ну, я думаю, что ничего страшного. Как врач сказал, удалите и забудете. Вообще не надо пластырь наклеивать, когда там будете куда на море ездить.
И вообще, как бы, это правильно. Вот. Так что немножко рассказала вам про свои болячки. Ну, а так, собственно говоря, уж падение 16, наблюдаться надо. Вот. К врачам ходить все равно надо, анализы сдавать надо. Кстати, я вот недавно также опять ходила в эту же клинику, сдала кучу разных всяких анализов. Слава богу, в добрую минутку. Все в норме. Все согласно возрасту, что ли, нашему. Ну а что тут греха таить? Уже говорю, не 16. Вот. И теперь о главном. Собственно говоря, я начала, почему с болячек, может быть, не начинала бы, потому что у меня вот перед этим момент был, как я в Москве на красных метро Красные Ворота, вот куда меня занесло. Ну а если говорить о главном, то все вы прекрасно знаете уже, что закрывают YouTube, скорее всего, во всяком случае об этом говорят, и буквально завтра, 14-го, его уже закроют, то есть попасть для нас, россиян, и туда уже попасть будет невозможно. И также Инстаграм, Фейсбук тоже, но я в Фейсбуке меня нету, я хоть я там и зарегистрирована, но я туда вообще не захожу уже, не знаю, лет 5 точно. В общем, альтернативу Инстаграм я нашла, это Ярус, вот такая платформа. Я пока еще в ней до конца не разобралась, вот, но если что, записана я там также, по-моему, Юлия Илларионова. Вот, поэтому добро пожаловать, чтобы не потеряться. Дальше. Я уже опубликовала даже одно видео на платформе Яндекс.Дзен. Вот. Но кто-то ее хвалит, кто-то не очень. Но я пока буду там, на всякий случай, если не разберусь в другой платформе. Вот, туда буду пока выкладывать видео. Кстати, это видео я выложу, это будет, наверное, крайнее мое видео. Или даже последнее видео на YouTube, если его закроют, вот это видео. Но это же видео я продублирую на Яндекс.Дзен. И попробую загрузить еще на альтернативный канал YouTube Рутуб. Рутуб. И там наш канал, наш, я говорю наш, потому что я его назвала «И мы счастливы». То есть найти вы нас можете. Иконочка там будет, аватарочка, на аватарочке я с Игорюшкой стою. И сзади на фоне, как это главное такое, как главный стол, цветы. В общем, канал будет называться «И мы счастливы». Я изменила. Тут у меня на Ютубе был канал Юлии Илларионова просто. А Рутуб, на канале Рутуб я хотела поменять название, в принципе, уже давно. И вот решила, что вот оно. То самое время. Канал будет называться «И мы счастливы». Добро пожаловать. Также есть у меня канал «И я есть» в Телеграм. Но мне почему-то вот не тянет меня туда. На Телеграме я есть, но не, там у меня и канал есть, и как просто я, как абонент, пользователь этой платформы, что-то она мне как-то не очень, не зашла пока. Хотя я туда все, что у меня было в Инстаграм, перенесла. Ну, в смысле, я имею в виду пользователей. Вот. Постаралась обратиться в техподдержку, чтобы мне сохранили все данные, которые у меня были в Инстаграм. Я тут, девчонки, извините, я еще кофейку пью, кофеек пью. Вот. Если это будет возможно, на почту должны мне прислать все мои видео, фото, посты. Ну, а если нет, спасибо Инстаграм, что он был, спасибо за общение. Вот. То же самое могу сказать про YouTube. Вот. Спасибо всем, кто был подписан на наш канал, заходил к нам в гости. Спасибо за общение, за обратную связь. Не хотелось бы мне с вами прощаться, не хотелось бы закрывать канал вообще, то есть как бы не снимать. Я как-то уже привыкла. И вы знаете, что самое интересное, что я сейчас делаю вот в данный момент, что я сижу и делаю, я с Ютуба скачиваю самые значимые, драгоценные, скажем так, для меня видеовлоги. Такие как дни рождения, встреча Нового года, Рождества, каких-то праздников, рождение Дашули, свадьбу детей, выписку Даши из роддома, Кристины, дачные влоги многие снимаю. И вот еще не знаю, может быть, я их на Рутуб как бы перезалью, а может быть, нет. Но вот
для меня YouTube еще был именно вот как бы, знаете, таким хранилищем. Я была уверена, что никуда он не денется, а компьютер пухнет просто от потока видео, от потока информации и помимо того, что у меня там куча моих рабочих документов. Но я думаю, что я сейчас с этим разберусь. Вот, что-то на жесткий диск перекину. И поэтому я сейчас скачиваю с Ютуба вот эти все видео, которые, ну, которые там вообще, вот детские праздники тоже, мне очень хотелось бы их снять. Там детки есть, которые, которым уже по 13 лет дети. Вот. Дашулька пришла, секунду. В общем, хотела без шума, но не получится. На чем остановилась я? Так вот, там такие видео сохранены, где вот наши выпускники, им сейчас уже лет по 13, ну по 10 точно, а они вот, а то и нет, больше, наверное, все-таки по 13, и они вот там есть у меня видео, где они на утренниках принимали участие, пели песенки, танцевали, ну и вообще, конечно, кладезь, видео таких очень важных для семьи, для меня и вообще. Вот, поэтому, если Инстаграму я нашла альтернативу Ярус, ну, вроде я еще пока там только у меня один пост, так что тоже заходите, подписывайтесь. Еще раз повторю, я там Юлия Илларионова. Есть у меня Телеграм, вот, есть у меня Яндекс.Дзен, я там тоже как Юлия Илларионова, можете меня найти, вот так. И канал на Рутуб. Сейчас я во всем в этом разбираюсь. Я еще толком не знаю, как какая платформа работает, какими там можно пользоваться привилегиями и возможностями. Пока еще толком не разобралась. Вот, буду разбираться. Но, во всяком случае... канал на Рутуб, еще раз повторюсь, называется «И мы счастливы». Поэтому я с большим удовольствием буду всех вас рада видеть. И там, и там, и там, и чтобы не теряться. Вот не могу никак, мне надо разобраться, что там, как, чтобы правильно ссылки давать. Но поэтому я и продублирую это видео, я его запущу и на YouTube. Вот, сегодня прям залью, оно будет очень маленькое, здесь, наверное, минут на 10, а то, может быть, и меньше. Ну, может быть, на 15. Вот, я залью его, Дашулечка, осторожно, и на YouTube, и залью его и на Яндекс.Дзен. Вот, поэтому заходите, смотрите. Я еще не знаю, какая лучше платформа даже из них, Яндекс.Дзен или же Рутуб. Спасибо, моя птичка мне включила свет. Моя птичка, посмотрите на мою птичку. На мою птичку посмотрите. Ты моя Дашуленька любименькая. А вот. Не знаю еще, какая будет лучше. Говорю, буду пробовать. Вот. Танцуешь? Танцуй. Ну давай я девочкам покажу, как ты танцуешь. Давай. Танцуй. Кого хочешь, выбирай. Танцуй, моя девочка любимая. Сейчас гулять поедут с мамой, с папой. Вот такие вот дела. Вот о чем я, собственно говоря, хотела вам сказать. Это важно. Вот. И просто сделаю, знаете, как вот такую, как бы... Я не хотела об этом говорить, да я и не буду об этом говорить. Просто хочу сказать, что многие, может быть, считают меня какой-то там... Как будто бы я ничего не понимаю и почему об этом не говорю. Я все прекрасно понимаю, и я вижу, и слышу. Есть у меня и глаза, и уши, что происходит у нас в стране, в мире. Я просто не хочу об этом говорить и не буду. Одно могу сказать. Я люблю свою страну. Я люблю Россию и очень горжусь тем, что я россиянка. Все. На этом все. По этому поводу больше ничего говорить не буду. Вот. Нам есть о чем говорить, да? У нас есть такая прекрасная красотуля, которая... Танцуй, кого хочешь, выбирай. Танцуй, кого хочешь, выбирай. Вот так. Мы танцуем. Даша, красотуля. Вот так вот она меня тут веселит, девочки и мальчики. Ну, а я буду заканчивать свой такой очень коротенький влог. Спасибо. Здравствуйте и до свидания. И выкладывать этот влог
на YouTube, на Дзен. Вот. Так что всем самое главное крепкого здоровья, мира во всем мире. И давайте не теряться.